доспели под вы под ветром. Аплодисменты. Ознакомление прошло. Так, теперь во второй скорости, чуть-чуть побыстрее. Ложечка моя жила боковогибистая, доспели под вы под ветром. Аплодисменты. Вторая скорость тоже хорошо прошла. Как вы думаете, ложечка жила боковогибистая, это какая? Наверное, у нее там желоб какой-то посередине. А выгибистая это выгиб? А выгибистая это, наверное, на ручке выгиб какой-то. А преподвыпетр там? Преподвыпетр? Преподвыпетвертом? Ну, наверное, на другую сторону вывернуть. Вы видели такую ложечку? Ну, если перевернуть, может и нужно. Понятно, хорошо. Ну, давайте самая быстрая скорость, которую вы можете нам продемонстрировать. Ложечка моя желобогибистая, доспелит вот под выпитом. Аплодисменты. Команда. Капитан, хорошо. Так, теперь вы. Налимы, налимы, ленивы ловили. Не мяли налимы мы не на лине, а любви. Не меняли вы милы молили. И в тумане лимона молили меня. Ага, аплодисменты. Первая скорость у нас прошла. А вот скажите, на линия, это что такое? Линия, это рыба такая. На линия? Не на линя? Меняли на линия? Линия, это же. Ага. А где вы увидели слово лимон? А, лимана. Лимана.